Всем привет, с вами Оксана, город Ангарск, Иркутская область. Сегодня у нас 20 апреля 2023 года. Я пришла проверить свою грядочку. Сегодня у нас было ночью в городе минус 13. Ну, здесь немножечко еще холоднее, я думаю. Спасибо всем, кто переживает за мои черенки виноградные, которые я высадила. Некоторые переживают даже больше, чем я. Ну вот я приехала проверить, посмотреть, что же здесь происходит. Эустома. Ни один цветочек не замерз. Все прекрасно. Я напомню, теплица примерно 5 на 12. Большая. Воздух здесь сохраняется теплый достаточно долго. Поэтому никаких утеплителей у меня дополнительных нет. Вот здесь вот дуги. Пара слоев пленки. И сверху агрил. Агрил скорее для притенения. Вот он просто здесь валяется, чтобы эустома не горела. Редиска сильно тоже, чтобы не перегревалась. И вот черенки. Черенки амурского дикого пока молчат. Но это ему свойственно. Он очень долго начинает шевелиться. Поэтому пока ни одной почки не вижу ничего. Но это для них нормально. Саженцы, вот которые вот здесь под ящиками у меня. То есть вот здесь никакого утепления дополнительного нету. Ящички для притенения более чем, ну, для какого-то тепла. И бутылки, как аккумулятор тепла, на каждом лежат. Ну вот, все открывать не стала, но вот через щелочку видно, да? Виноград проснулся. Он открыт был здесь 4 марта. Закинут был снегом. Снег растаял, сверху пленочка и так стоит. Морозы у нас еще будут, минус 9 обещают, минус 8 по ночам. Днем у нас сегодня всего лишь плюс 2. Но тем не менее, вот саженцы, здесь были крохопулечки, вот это где-то 3 миллиметра. 3 миллиметра, почки идут, все нормально. Там Юпитер тоже вот через ящик, я вижу, почки идут. Ничего не замерзло. Редиска немножко тянется, ей даже жарко. Лучок вот я уплотняла, посадочки уже вот так хорошо поднялся. Здесь потом досажу эустому. Здесь тоже виноград. Тонюсенькие. Вот эти саженцы здесь, не помню уже сорта. Но они не как Юпитер, зимостойкость у них там что-то минус 18, минус 20. Там тоже вижу Юпитер, все нормально. Череночки, которые воткнула, никаких проблем. Есть просто вот почка, только начинает. Есть вот такие уже даже цветочки. Ну это Юпитер, он всегда цветы выкидывает. Есть маленькие, есть разные, есть вот такие побольше, есть которые еще не проснулись. Ну, в общем, ни один не замерз, то, что пошло в рост. Почему выбрала этот способ вот так выращивать черенки? Потому что в квартире им не место. Присылайте мне фотографии. То эдемок, то клещи, то засохли, то залили, то перелили, то еще что-то, то обожгли. В общем, вот таким способом выращивания проблем никаких не будет. Вот они сейчас дадут корешки. Напомню, грядка, внизу растительные осадки со всей теплицы. Далее листья, которыми я немножко прикрывала здесь виноград. И небольшой слой земли. Вот листья и от земли всего лишь там 5-7 сантиметров. На 2 метра здесь 6-7 ведер земли было высыпано. Огурцы сюда втокнула, но пока они не вышли. Не знаю, может глубоко. Вот. Все нормально. То есть вот такая грядка. Она там горит. Тепло у нее такое щадящее, не как навозная грядка. То есть навозное здесь не подойдет, я думаю. Такое вот тепло мягкое. Не дает замерзнуть всему тоннелю. То есть вот такие морозы эта грядка греет. Не только это место дает тепло.
Я так думаю, потому что дополнительного тепла здесь никакого нет. Никаких проводов, никаких теплых полов, никаких инфракрасных светильников, никаких ветродуек, печек. Ничего у меня нету. Ну, собственно, мне этим заниматься некогда. Тем не менее, все нормально. Я думаю, это такая уже самая холодная ночь, наверное, была. Вот снег, видите, лежит. Не тает. Со вчерашнего дня даже не растаял. Здесь все нормально. Единственный минус, что эти саженцы будут с открытой корневой системой, да? То есть придется их выкапывать, корни нарушать. Ну, я думаю, ничего страшного. Можно было под пленку сразу сделать пакетики с землей, выложить их и потом точно так же накрыть. И уже каждый саженец в своем домике бы жил. Я так делала. Ну, не думала, что в этом году буду делать опять саженцы. Потому что это все были заявочки. Заявочки не забрали. Вот они растут у меня теперь здесь, теплицы. Он здесь так и будет расти до самой осени. Саженцы осенью здесь только будут готовы. Все, всем пока!